тусовке поползли слухи о том, что актриса Анна Хилькевич ждет второго ребенка. На интересное положение звезды намекают не только свободные наряды, в которых Хилькевич частенько стала появляться на светских мероприятиях, но и она сама. Ну, конечно, мы хотим второго, и третьего, и четвертого. Тем более, что нынешний образ жизни знаменитости стал еще более семейным. Мы любим с удовольствием полежать дома на диване, теплые носочки, чаек, сериальчик, мы это обожаем. 50% недели Анна старается в 7 вечера быть уже дома. И несмотря на наличие домработницы, сама не гнушается бытовыми вопросами. А дома я делаю все, да, я и посуду мою готовлю, и в шкафы перебираюсь. Хозяйственная сторона вообще не пугает.